так вот здесь течет, это в районе актера. Нормально так течет. Вот такой поток. Не справляется. Ну, понятное дело, что не особо рассчитано. Вот так вот все так красиво стекает. Тут, в общем-то, ее забило, что ли, она вода уходит должна, она и уходила. Сейчас, похоже, забило. Не все мимо. Ну, в любом случае, все утекает в море. Поэтому как-то так. Вот так вот это выглядит снизу. Мы пойдем. Пройдемся. О, стрекоза работает с 10 до 23. Здорово. Я думал, они уже закрылись. Здесь руки можно помыть, это я помню. Там актер. Туда мы не пойдем, мы там были. Вот. Это у нас что? А, понятно. Кружка пива. Это раньше здесь кафешка, что ли, была? UBC. Ясненько. По этой дорожке мы еще не ходили. Ну, во всяком случае, видео здесь нет. Скамеечки. Это было. Там я ходил. В прошлый раз, когда мы прогуливались по Мисхору. Здесь дерево прямо посередине. Здорово. Огромное. Такая тропинка. Наверх и вниз. Вот скамеечка еще одна. Да. Дорожка. Ой. Ну, вон там детская площадка, которую я уже показывал. Собственно, как-то так.